Здравствуйте! Сегодня я приготовлю очень вкусное блюдо, которое называется картофельный мильфей. А для него нам потребуется совсем немного продуктов. Картофель, бекон, сыр, лук, чеснок, сливочное масло, укроп, соль, белый перец, мускатный орех и приправа для жареного картофеля. В первую очередь я натру картофель слайсами. У меня есть вот такая вот терка. Прямо в картошку натираю на мелкой терке чеснок. Мелко нарезаю укроп и добавляю в картошку. Солю. Добавляю соли немного, так как бекон соленый, чтобы не пересолить блюдо. Перчу белым перцем. Мускатный орех, совсем чуть-чуть. И специи для жареной картошки. Это все хорошо перемешиваю. Тонкими полукольцами нарезаю лук. У меня вот такая вот форма. Сейчас я буду собирать мильфей. На дно формы выкладываю несколько кусочков небольших масла. Затем выкладываю тонко нарезанный бекон, так, чтобы он свисал. Выкладываю слой картофеля. Поверх картофеля распределяю лук, сыр, бекон. Такими же слоями выкладываю дальше. Накрываю все беконом. Заматываю два слоя фольги. И отправляю в разогретую духовку на 2 часа. Пришло время мильфей достать из духовки и слить жидкость. Осторожно освобождаю от фольги. Жидкость сливайте очень аккуратно, потому что все горячо. И ставлю минут на 10-15 зарумянить бекон. Наш мильфей готов. Мне он вкусен горячим, но можно попробовать поесть и холодным. Приятного аппетита!